весовая категория до 100 килограммов. Арам Григорян в синей форме представляет сборную России. Николаус Амвросиадис, Греция, в красной самбовке. Амвросиадис 91-го года рождения, Григорян 90-го года рождения. Ну что ж, давайте мы с вами посмотрим, сумеет ли в этой схватке россиянин завоевать золото. Кстати говоря, сборная Греции, например, вот мы с вами сейчас смотрим соревнования среди юниоров, а сборная Греции в общем зачете среди юношей завоевала почетное третье место. То есть можно говорить о том, что из стран, которые не представляют бывший Советский Союз, у греков наиболее серьезное достижение. Вот и сейчас, что, один балл? Один балл греческому самбисту? Нет, судьям нужно посовещаться, посмотрим, какое решение они в конце концов примут. Движение-то начинал россиянин, однако грек контратаковал, и все-таки один балл. Неприятное начало для Григоряна. И продолжают совещаться арбитры. Что решат в конце концов. Бороться еще достаточно. Все-таки один балл. Вот вам, пожалуйста, маленькая промашка. Ведь, в принципе, бросок-то должен был выполнять Григорян. Ну и сразу же он активизируется. Идет очень решительно вперед. Хорошо прошел грек. Но посмотрите, какой ответ. А вот здесь уже контрприем нашего спортсмена. Два балла он получает и сразу же переходит на удержание. Это просто здорово. Посмотрите, вот здесь воспользовался легкой, небольшой промашкой греческого самбиста и сразу же рванулся вперед. Четыре балла должно быть. Будет пробовать Григорян, очевидно, перейти сейчас на болевой прием. Нет, не получится. Но и так неплохо получилось. Был и бросок, было и удержание. И в результате, казалось бы, только что проигрывал, а уже вырвался вперед. Причем сейчас впереди с преимуществом сразу в 5 баллов российский спортсмен. Времени, впрочем, у него еще довольно много. Здесь бросок не получается, поскольку оба самбиста вышли, или скорее даже вывалились в процессе борьбы за пределы ковра. Это не бросок. Сам упал россиянин. И получает он замечание за стягивание соперников в партер. Нужно действовать поактивнее. Тем более, что Григорян нам наглядно показал, что есть у него в арсенале приемы, с помощью которых можно получать серьезные оценки. Двусторонний захват. Борьба в низкой стойке была, и все, судьи просят разойтись спортсменам по краям ковра.
форму нужно Араму Григоряну привести в порядок. Еще половина схватки впереди, и я думаю, что половина схватки получится непростая. Шесть-один по баллу. 6-1, но грек физически очень сильный, поэтому он ни на минуту не успокаивается. Нужно искать, он физически сильный, но он временами рискует и дает возможность для контрприемов. Нужно вот эту возможность искать. Подсечка. Нет, неудачно. Попытка броска через спину с колен тоже не очень успешно. Шесть один. Потечка. Замечание. Замечание второе, теперь уже предупреждение. Ну, в общем, к этому шло. Слишком много времени Григорян стал уделять обороне. И вот сейчас затаскивает соперника на болевой прием. Нет, вот это уже не болевой прием. Вот даже любопытно. Выполнять болевой прием такого рода можно, но грек считает, что заламывал руку за спину ему россиянин, что правилами запрещено. Давайте мы посмотрим. Рычаг можно сделать вот здесь. Ну, вы знаете, я, в общем, вынужден с греком согласиться. Действительно, так получилось, что ногой заламывал руку за спину. Но сейчас греки протестуют. Это, может быть, произошло не так само собой, потому что нога попала между рук. В этом случае болевой прием можно делать только на вытянутую руку. Ну и что? Решают арбитры. Я так понимаю, что арбитры отдают победу россиянину в этой схватке. Нет, ну грек как-то бунтует и не собирается подходить к судье. Ну что, чем дело закончится? Да, победу в весовой категории до 100 килограммов одержал Арам Григорян. Россия и стал чемпионом континента среди юниоров. Николаус Амвросиадис получает серебряную награду. И на этом я с вами прощаюсь. Смотрите самбо, любите этот вид спорта. Вместе с вами самбо смотрел Владимир Штагниенко. До свидания и удачи.